Всем привет, с вами Мимик, и это Plants vs. Zombie. Сегодня я хочу пройти какую-нибудь мини-игру и думаю, что начну, наверное, с боулинга. Достаточно интересный режим, и, кстати, там сложность будет возрастать потихоньку. Начинается, конечно же, с более простых вещей. Не буду тратить взрывной орех на него, потому что... Проще вот так. Он еще сейчас отрикошетит кого-нибудь, и будет хорошо. Взрывные нам еще понадобятся. Никогда не тратьте какие-нибудь прям крутые такие вещи. И лучше их оставить на совсем уж так к жару. Когда у вас будет просто безвыходная ситуация, и придется их использовать, а их не будет. Так, смогу ли я их просто так убить? Есть вероятность, что нет. Но в любом случае, 3 взрывных орешка у меня есть. Нет, я их успеваю. Все спокойно, все хорошо. Все в порядке. Так, вот этого господина надо убрать. Он пока что меня больше всего напрягает, то, что он будет очень быстро идти, но вы видели. Кого-то мы случайно задели. Плюс в этих режимах можно немного подфармить золото. Есть. Все, хорошо. Минус 2 сразу. Тоже так же убираем зомби с газеты и потом уже занимаемся остальными. Вот сейчас очень плохо, что... А, вот, начали идти. Плохо, когда они не идут, и в никого получается рикошетит орешек. Здесь сразу же 2 начнут с этой волны. Ну, вот этот, думаю, кстати, разобью. Подобным образом, потому что так действительно будет быстрее. Так... Это еще, кстати, не большие волны. Большие волны у меня... они будут. Но будут чуть позже. Да, кстати, совсем уже зомби близко. Я думаю, что все-таки... Все-таки придется мне 2 ореха еще использовать. И вот на этого. Да, он 2 убирает. Ну, а здесь, я думаю, мы как-то справимся. Большая волна зомби. Нормально пока что все. Не паниковать. Самое главное, не паниковать в этой игре. О, красиво. Красиво задел. Тоже весьма неплохо. Здесь мы все успели, ничего страшного нет. Одни взрывные орехи. Я даже не знаю, что с вами делать, ребята. Давайте вот вас убьем. Этих, может быть, даже успею, не знаю. Нет, не успею, не буду на них тратить. А вот этого надо убить таким методом. Последнюю волну осталось переждать, но до нее еще их очень-очень много выйдет. Хорошо так денежка фармится, как я уже говорила, за нее мы можем купить новые растения, например, новые слоты. А это, сами понимаете, очень важно в этой игре.
Конечно же, никакого доната нет, поэтому с этим можно быть поспокойнее. Ладно, в этот раз я немножко, конечно, воспользуюсь орешками. Все-таки зомби быстро очень подбираются близко. А вот этих мы сейчас снесем. Блин, надо было только немного иначе. Все отлично, с одного даже сбили шапку. Ой, точнее не шапку, а ведро. Так, здесь придется взрывной орешек. И я думаю, даже здесь. А здесь мы попробуем без него. Да, все получилось. Скоро будет последняя волна, ребят. И поэтому все-таки нужно быть поаккуратнее. Нужно быть осмотрительнее. И не тратить взрывные орехи очень быстро. Вроде, казалось бы, да, мини-игры. Но на самом деле они не проще, чем основная игра. И даже зачастую сложнее. Помню, на одной мини-игре я очень долго зависла. И... Но не получалось. Не получалось пройти. Так, хорошо. Ну вот, скоро последняя волна, а у меня взрывных орехов нет, и поэтому меня может ожидать весьма неприятный сюрприз. Но с другой стороны, есть один плюс. У меня все газонокосилки здесь. Ну, зомби-косилки. Поэтому может случиться так, что все будет нормально, все будет хорошо. Кстати, не помню, говорила ли я об этом, но чем больше газонокосилка остается, тем больше в итоге хороших таких монеток вам дадут в конце игры. Поэтому все-таки старайтесь, чтобы они остались, потому что валюта здесь важна. Пускай они уже так дойдут. Хотя... Нет, все-таки пускай только один дойдет. Хотя его можно было уничтожить. Вот. 1000 с кристалла. Классно же. Итак, тут мы получили. И, соответственно, увидимся с вами уже в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. До встречи.